Вполне возможно, Вполне возможно, что сейчас у вас за окном лежит снег, а может зеленеет трава или поют птички, а может быть плещется потрясающее Средиземное море. Хотя может быть, что вы сейчас сидите на своей московской кухне и смотрите программу «Эротика» на канале Итон ТВ с Валерией Поляковой. И совсем не важно, какой пейзаж у вас за окном, главное, что вы сегодня у нас в гостях. И у нас в гостях потрясающий писатель, журналист, публицист. Вообще у него столько много всяких... Вот не знаю, регалии, как это называется, то, чем ты занимаешься, мы на «ты»? Да, мы, конечно, на «ты». Марк Котлярский. Марик, привет. Привет, Лерка. Я соскучилась. Да, я тоже взаимно, еще как. Ну, в общем-то, вот и мы поговорили, спасибо. Да, можно уходить. На самом деле, у нас давно вот висела в воздухе эта тема, о которой мы хотели поговорить еще 100 лет назад в программе «Эротика». Это массажные кабинеты в Израиле. Я расскажу тебе быстро-быстро маленькую историю. Я приехала в Израиль 22 года назад и жила в Бершеве. И пошла я там на курсы водительского мастерства, на курсы вождения. А совсем рядом было написано «массажный кабинет, дверь». И я решила пойти, мне нужен был массаж, что-то у меня там затекло. Я совершенно наивно стучу, мне открывают, сидит девушка на ресепшене. И говорит, да. Я говорю, вот мне бы массажик. Вокруг собрались еще человек 5. Все так, мягко говоря, полураздеты. И тут я понимаю, что происходит что-то не то. И когда, наконец, у меня упала Симон, как говорится на иврите, и я поняла, что я попала в заведение, которое совершенно не является массажным кабинетом, делала там что-то другое, и не массажи, и не девочкам, то мне стало жутко стыдно, я убежала, вот с тех пор у меня вот эта страшная травма по поводу всех массажных кабинетов в Израиле. Они что, до сих пор существуют? Да. Вообще, на самом деле, должен сказать, что... Я боюсь спрашивать, откуда ты знаешь. Ну, как репортер, как человек, который, как бы, так сказать, много знает, я действительно знаю. Эту тему, так сказать, занимался даже когда-то. Вообще, хочу тебе сказать, что... В виде расследования какого-то? Да. В Израиле вообще происходит странная вещь. Дело в том, что насколько известно, и ты, я думаю, тоже об этом знаешь, проституция как таковая в Израиле запрещена. То есть официально в Израиле проституции нет, хотя вопрос поднимался неоднократно о ее легализации и так далее, но до сих пор пока как бы это, да, осталось на уровне разговоров. А массажные кабинеты – это какая-то попытка, стыдливая такая попытка, как бы, так сказать, узаконить существующую проституцию. Но при этом, как бы, действительно, массажные кабинеты имеют какую-то свою дифференциацию. Есть массажные кабинеты, где, скажем, действительно практикуется половой акт, то есть то, что называется, как бы доводится дело до конца. Есть действительно массажные кабинеты, где используется так называемый боди-массаж или эротический массаж. И клиент платит как бы по времени, за время, допустим, так сказать, за полчаса, 40 минут, полтора часа, где как бы девушки, одна девушка, две девушки, обнаженные по пояс, действительно массируют, хотя вряд ли на самом деле они просто знают. Грудью, да, 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 настоящий массаж, как бы елозят по как бы клиенту, и потом, как бы, так сказать, посматривая на часы, время от времени, как бы, чтобы поскорее продлить или наоборот ускорить завершение этого сеанса, потом, значит, имитируют, черт повторяю, имитируют половой акт, и как бы после, на этом все заканчивается. Прости, ради бога, что значит имитируют? Я вот знаю имитировать оргазм. А как можно половой акт имитировать? Ну, вот через штаны его трогают за член? Как это происходит? Не через штаны, не узнаю. Они как бы, так сказать, его лет раздет до гола, кроме трусов. Так. Вот, потом они снимают с него трусы, как бы, и просто, используя как бы мастурбацию, как бы доводят клиента до оргазма. Имитируют, например, садятся на него по желанию, если клиент захочет там. То есть именно имитируют, это не половой акт. Не, запрещается ни в коем случае, клиент не имеет права как бы вести этот половой орган в женский половой орган, так сказать. То есть поэтому это половой акт там не происходит. Самое интересное, что как бы доказать. Полиция очень сложно. На самом деле, опять-таки, палка о двух концах. С одной стороны... Палка о двух концах! Я хорошо сказал. Гениально! Да, с одной стороны, полиция прекрасно знает о существовании массажных кабинетов. Потому что, как бы, большая часть девушек, которые там работают, они же сами осведомители, которые, как бы, работают на полицию, сообщают им нужную информацию, которая касается террористов, каких-то там людей, которые вполне возможно шпионят, там, и так далее, и так далее. То есть полиция очень часто использует массажные кабинеты как некую базу для получения информации. С другой стороны, очень часто подкопаться к этим массажным кабинетам трудно, потому что, чтобы закрыть массажный кабинет, необходимо две вещи. Необходимо, чтобы действительно застать клиента в тот момент, когда он совершает половой акт, это во-первых, и во-вторых, застать тот момент, когда передает клиент, передает деньги за услуги.
То есть вот эти две вещи необходимы. И они должны совпасть? Они должны совпасть. То есть он трахает девушку и в это время деньги дает? И как будто они закончили, он на ней или она на нем, неважно. И он достает деньги. Процесс оплаты. И процесс оплаты. Вот эти два момента, как ты понимаешь, невозможно эти два момента. Вообще никак. Да, то есть как бы и поэтому доказать, что действительно, потому что многие говорят, а у нас просто боди-массаж обычный боди-массаж. А боди-массаж разрешен. Боди-массаж тоже как бы под большим вопросом, тоже как бы опять-таки при условии, если как бы это только боди-массаж, и он не сопряжен вот с этой имитацией вот этого полового акта, который вообще уже невозможно доказать. Была там имитация, не была, ты же понимаешь, что для этого нужно, что вот какой момент нужен, что полиция доказала там и так далее. Причем полиция как бы сама регулирует количество массажных кабинетов. Когда ей нужно, она закрывает огромное количество, когда нужно, как бы закрывает глаза. А от чего это зависит? То есть, видимо, это зависит от того, как бы, так сказать, от общественного мнения. Когда общественное мнение начинает возводить, как можно эксплуатировать тело женщины, там, и так далее, поднимается. Вдруг, знаете, общественное мнение идет же волнами. Потом все забывают про массажные кабинеты, они начинают существовать. Угу. В один период какой-то, я помню, была публикация в израильской прессе, где-то в конце 90-х годов, что в Тель-Авиве, например, только в Тель-Авиве, я подчеркиваю, открылся 500-й массажный кабинет. Понимаешь? Это много, да? Да. Это нас... в одном городе только? Да, только в одном городе. Если бы были, так сказать, и в других городах, как я думаю, на самом деле, и в той же Бершеве, о которой ты говорила. Понимаешь, опять-таки, это Израиль. Израиль вообще карнавальная страна. Нафига это нужно? Зачем эти массажи? Более того, есть еще одна форма массажных кабинетов, которых ты не знаешь, которые вообще трудно доказывать. Есть массажные кабинеты, которые работают на дому. Обычная квартира. Что-то я не знаю, я знаю. А ты знаешь? А откуда ты знаешь? Обычная квартира, звонишь в дверь, встречается какая-то приличная девушка. Ты должен сказать какое-то кодовое слово. Ты говоришь, никто не знает, что там. Обычно заходишь, квартирка, стоит массажный стол, девушки в халатиках коротеньких, баночки, скляночки. Обычная клиника. Никогда в жизни ты не скажешь, что именно вот здесь как бы расположено. Причем, кстати, таких очень много было в старой части Тель-Авива. Огромное количество такого квартирных, таких мини-небольших массажных кабинетов находилось как бы вот в старой части Тель-Авива. Я еще раз говорю, когда надо, полиция прикрывает, когда надо, полиция закрывает на это глаза. Но самое главное, что ты права, когда была говорила начало, что это на самом деле наносит имидж нормальному массажу. Поэтому, когда там на улице Бен-Игуда в Тель-Авиве, например, люди видят там кабинет тайландского массажа, они сразу кривят губы и проходят, хотя на самом деле действительно тайландский массаж. То есть не эротический тот самый, а действительно профессиональный тайландский массаж, где там нормальные массажисты работают, которые действительно делают нормально. Но вот пойди теперь, вот все это настолько как бы перекрутилось в людской... Опять-таки, да, и еще один момент, который меня... В моем расследовании, как бы так сказать, больше всего, очень часто политики, я не буду сейчас называть имен, используют тему массажных кабинетов как тему эксплуатации женского труда, женского тела. И говорят о том, что вот, женщин эксплуатируют даже... Причем неважно, не нелегальные мигрантки, это да. Вплоть до того, что, скажем, допустим, поднимался даже вопрос некой депутаткой, по-моему, из Мерица, если не ошибаюсь, которая требовала уголовного наказания для клиентов, которые ходят в массажный кабинет. Девушка, видно, явно отворона от действительности, потому что она не понимает вообще, о чем идет речь. Что на самом деле большая часть этих массажных кабинетов, примерно 80%, я думаю, да, 80-90%, составляют, как правило, выходцы, это не выходцы, точнее, это на самом деле, выходцы, да, из стран СНГ. Как правило, это Украина, очень много из Украины, есть из Молдавии, встречаются из России. Что самое интересное, что... А эфиопок вообще нет? Например. Нет, эфиопок я там не видел во время своего расследования, во всяком случае, так сказать, хотя, как бы, возможно, что они появились. Я там давно не бывал, скажу тебе честно. Вот. Но, кстати, это очень интересно, надо побывать, может быть, появились за это время эфиопки. Но я видел израильтянок, я видел аргентинок, я видел южноафриканок, но их было в меньшем количестве. Еще раз повторяю, 80% это в основном женщины из стран СНГ. Как правило, это либо туристки, которые приезжают по рабочей визе, и это все делается очень интересно. Это тоже отдельная тема для... Вообще тема, как они попадают в Израиль. Это тоже тема для отдельного расследования. Или в меньшей ее части это израильтянки, русские, неважно кто, кто живет в Израиле, как бы считает, что он получает недостаточно денег и зарабатывает себе на жизнь вот таким такого рода способом. Марк, скажи мне, кому это мешает? Ну, кому плохо? Мужчина идет, расслабляется, ну, женат он, не женат, это уже личное дело. Он находит себе какой-то вот способ удовлетворить какие-то вещи, которые, может быть, дома он недополучает. Ну, кому это мешает?
Ну, по сути, по большому счету, ты понимаешь... Они что, налоги не платят? Платят. Массажные кабинеты, безусловно, они существуют как некая официальная единица. Угу. Какие-то юридическое лицо, да? Какие-то налоги они, безусловно, утаивают, конечно, потому что я знаю, что, допустим, девушки, которые работают в этих кабинетах, они большую часть своей зарплаты получают наличными. Угу. Кстати, зарабатывают они, будь здоров, чтобы тебе было понятно. Средняя зарплата такой девушки примерно колеблется от 10 до 30 тысяч шекелей в месяц. Это до НДС или после? Это исключая НДС. Вот. Мы не в той профессии, явно. Да, явно. Мы с тобой проиграли с профессией, Лерка. Самое интересное другое еще, Лерочка. Самое интересное то, что на самом деле очень многие девушки, которые приезжают сюда туристками, они приезжают сюда и второй раз, и третий раз, и пятый раз. Угу. И поэтому все эти стенания по поводу несчастных барышень, там украли, которых и украли, и заманили, и да, отобрали, пообещали, что они будут работать гувернантками, официантками, это тоже ложь. Угу. Нет, конечно, безусловно, есть там, может быть, кого-то. Какой-то процент. Какой-то ничтожно малый процент. Но я, когда вел свое расследование, я четко выяснил картину. Большая часть этих девочек, они зарабатывают здесь деньги такие, которые они им в жизни не заработают ни в Молдавии, ни в Украине, ни в России. На абсолютно добровольных началах. Да, абсолютно добровольных началах. Их никто не держит заперти. Угу. У них есть выходные дни, у них есть какие-то свои критические дни, они отдыхают. Особенно по здоровью. Да, есть что-то им выплачивают. То есть как бы никто их не неволит. То есть в любой момент она может сняться и уехать, угу. если она не захочет заниматься этим делом, понимаешь? Поэтому как бы... Вопрос, конечно, очень сложный. Конечно, с точки зрения морали, этики, возможно, это может показаться кощунственным, но с другой стороны, хорошо, тогда, а что ты правильно говоришь, а что тогда делать с мужчинами, которые не получают ласки, которые чем-то не удовлетворены, у которых нет партнерши элементарно по жизни, до сих пор существует. Которые, я тебе расскажу, ты мне про Бершеву, и я тебе заканчиваю про Бершеву, потрясающий эпизод, когда я работал в свое время в одной из партий, я помню, к нам позвонили, значит, мамаша некая, и попросила, сказала, из Бершевы, и сказала, что очень плохо живет, что ее пособие не хватает, у нее сын, он как бы, так сказать, инвалид, и вот не хватает. И, значит, взял трубку человек достаточно дотошный, который сказал, а что вам не хватает, давайте посчитаем. Они стали считать. Короче говоря, вышло, что пособие, всех пособий, которые она получает вместе с сыном, там и так далее, включая даже вплоть до того, что он на работу, она его отправляла на такси и обратно, при всем при этом у нее свободных денег оставалось примерно 3-4 тысячи шекелей в месяц. Угу. Это исключая все расходы. И тогда он спросил, простите минуточку, 3-4 тысячи шекелей в месяц, а чего же вам не хватает? И тут она сказала сакраментальную фразу, ну мой же ребенок мужчина, мне же его надо иногда в массажный кабинет повезти, чтобы он почувствовал себя мужчиной. Он сказал, простите, что вы, государство еще должно оплачивать массажный кабинет. Вот она материнская любовь. Вот она материнская любовь, ты представляешь? Так что опять-таки, вот, что делать вот такому парню? То есть вопросов на самом деле гораздо больше, чем ответов. И должен тебе сказать, что очень многие, кстати, массажные кабинеты не практикуют, не работают как публичные дома. Угу. Они действительно работают как дома массажа, так сказать, но как бы при этом как бы стараясь, насколько это возможно, оставаться в рамках законов, но как бы вот сейчас, как раз, когда мы с тобой делаем интервью, тот период, когда их не очень много, когда, угу, видимо, как бы общественная волна вновь пошла, как бы пошла в сторону как бы защиты женских интересов, и поэтому сегодня их количество явно уменьшилось. Вопрос только в том, надолго ли это. Угу. У меня один маленький вопрос, как женщина, я хочу спросить. Условия работы вот подобных, не для себя, конечно. Я понимаю. В защиту женских интересов. Условия работы вот в подобных местах, насколько они сопряжены с каким-то насилием, извращениями? Насколько часто клиент может потребовать какие-то вещи от женщины, которые, ну, вряд ли она способна, скажем, пойти на них? Как это определяется? Кто это определяет? Значит, смотри, опять-таки, я еще раз говорю, тут надо разделять. Те массажные кабинеты, а их большая часть, которые работают как массажные кабинеты, mm-hmm, где массаж сопряжен, так называемый эротический массаж, там клиент ничего требовать не может. Вообще. Никаких извращенных, mm-hmm, форм. Там ему сразу говорят, что секс исключен. То есть такой софт. Да, такой как бы... Лайт-версия. Да, такая, mm-hmm, легкая облегченная версия, совершенно верно. Но есть... Действительно, массажные кабинеты, которые работают как публичные дома, где секс, как бы, так сказать, разрешен. Там ты уже сам как договариваешься, там, конечно, условия труда намного тяжелее, безусловно. Потому что, ну, я не знаю, мне все-таки на самом деле действительно жалко женщин,
даже если они на это зарабатывают деньги, потому что, конечно, пропускать по 10, а я узнавал, примерно вот в таких условиях женщина пропускает примерно в день от 10 до 20 мужчин. Сколько? Минимум. От 10 до 20, если не больше. Окей. Вот, в зависимости от того, как, на сколько времени они договариваются. Угу. Там может быть и полчаса, и 40 минут. То есть минут. В месяц это 600? 600, 700. От 300 до 600? Да. Ужас какой. Да. Вот, и там, так сказать, опять-таки, как ты договариваешься с девушкой, как бы, так сказать, насколько я знаю, как правило, хозяева заинтересованы в том, конечно, чтобы, как бы, так сказать, с одной стороны, чтобы девушки работали, с другой стороны, чтобы клиенты были удовлетворены. Извращенцев, конечно, как бы их хватает, но их каким-то образом пытаются либо нейтрализовать, либо если возникают какие-то скандалы на этой почве, они неизбежно возникают. Uh-huh. И, конечно, есть какие-то элементы насилия, безусловно, они тоже каким-то образом просачиваются, попадают, но их, в принципе, не так много, потому что вот этих публичных домов самих, как-то, которые исполняют функции публичных uh-huh. домов, эти массажные кабинеты, их намного меньше, чем вот этих домов массажа, так называемых. Uh-huh. Понимаешь? Хотя, конечно, я тебе говорю, что, безусловно, опять-таки, есть частные случаи, есть общие случаи. Общие случаи все-таки хозяева массажных кабинетов, при всем при том, что они все-таки пытаются создать, опять-таки, насколько это возможно, какие-то более-менее приемлемые. И у них есть свои комнаты, где они отдыхают, где они там пьют чай, где они пока не, так сказать, там, в ожидании клиентов. То есть это вот не страшная эксплуатация, которую в фильме показывают там иногда никто всякие не стоит ужасы. Никто не стоит возле них с бичом, никто uh-huh. их не хлещет. Есть, конечно, какие-то, я читал, бывают случаи, конечно, каких-то жестоких, но это уже чисто как бы личностная характеристика. Это просто сам человек такой, владельцы кабинетов uh-huh. массажных, которые ведут себя жестоко по отношению к женщинам. В частности, например, кстати, недавно одна как бы женщина, которая работала с массажем из Молдавии, был случай, расследование, она подала в суд на своего хозяина за жестокое обращение. И выиграла. С ума сойти. И выиграла чуть ли не, по-моему, несколько сот тысяч шекелей. Суд постановил выплатить этой женщине. За жестокое обращение, с ней. И последний вопрос. Как доставляют сюда эти девочки? Это очень любопытно. Вот. Один из способов доставки через Египет. То есть, как бы там их встречают бедуины, угу. которые знают потому все тропки. Потому что переводят верблюдами, Да, не верблюдами, или джипами. Причем, угу. как бы их, как сельди в бочке, бросают эти джипы, буквально пластуя, что называется, угу. там, как сельди в бочке, ты правильно сказала, и везут до Тель-Авива, в Тель-Авиве их встречают уже хозяева и уже распределяют по массажным кабинетам. Фу, ну что, девчонки, я сейчас посчитала, это 600 в месяц, 7200 в год. И так далее, это как-то геометрическая прогрессия, по-моему. Мужики, вот давайте, женитесь, находите себе каких-то нормальных партнерш. Любовниц. Любовниц, да. И приводите в порядок свою сексуальную жизнь, чтобы вот женщинам не приходилось так тяжело работать вот в этих вот публичных домах. Марк, спасибо огромное. Ты прям такой специалист. Это было трогательно. Спасибо. Я все-таки надеюсь, что как-то эта тема у нас в Израиле будет решена. И все-таки в пользу женщин, чтобы им не приходилось все-таки вот так вот тяжело работать. Хотелось бы верить. Да, да. В эфире была программа «Неротика» на канале ИТОН ТВ с Валерией Поляковой.